Мне кажется, ответ на этот вопрос мог бы раз и навсегда развеять сомнения украинского общества, является ли Савченко агентом Кремля, или это все огульное обвинение в сторону Надюхи, да? Надя, одну секунду. Просто очень много сейчас блогеров, журналистов пишет, высказывает свое мнение, что вы якобы агент... Вы звідки? Издание «Голос народа». Это яка країна? Україна. Луганська область. То скажіть, ви багато хто каже, що ви агент Кремля. Вам сюди далі не можна, напевно. Ні, можна. Скажіть, а ви готові пройти поліграф публічно? Ну, наприклад, здання Верховної Ради. Надя. Якби ви задавали розумне запитання, я б дала вам відповідь. Ну, так давайте вместе это сделаем. Скажи, да, а пройди, возьми, сейчас это стоит недорого, несколько тысяч гривен, и Верховную Раду привезут детекторы лжи, полиграф, и за 5 минут мы сможем поставить все точки над «и», выяснить, действительно ли Надя получала задание от российских спецслужб или нет. Но